Так, нет. Еще, блядь? Так, я не могу это скипнуть. Можно я играть начну? Нет, нельзя. Будем смотреть. Будем смотреть заставку. А можно я играть начну? Сука, какие вы ебоны, пиздец. А можно я играть начну? Пожалуйста. Что, гачи-гачи шмап? Боже ж ты мой, вы посмотрите на это. Сейчас у меня канал удалят. Не придется проходить для этого. А это может быть планом. Канал так удален. Прекрасно, это... Гачи шмап. Музыка на чипе. Что это за квадрата? Так, Кларк Кент нам рассказывает новости по телевизору. Кстати, графон довольно прикольный, стоит признать. Наверное, если бы я увидел в детстве такой графон, я бы стал геем. Смотрите, как прорисован этот мужик. И кто к нему пришел? Надо же, девочка. Он говорит, что что пришла я по мужикам. Блин, хочешь от гейского юмора избавиться, а тебе тут такое. Аж прям в игре. Я могу начать играть? Все, пойду играть. Надоело. Что это за говно? Что это за говно? Лазер, самонаводка. Хуйня какая-то. Скорость.
стрелять. Нажал кнопку. Да что я ёбнулся? Непонятно. Ну ладно. Берусь. А, понятно. Очень честно. Очень честная атака была. Ладно, два раза сдох. Зачем-то. Ну да ладно. Чё, блядь, саунд-эффект такие громкие опять? Так. Эта хуйня недостаточно мощная, чтобы её вообще использовать. Понимаете, какой смысл в лазере, который более слабый, чем самонаводка? Какой смысл в лазере? Да, блядь, кто, почему я сдох опять, а? Что, блядь, с этой... Что с этой игрой не так, блядь? Что с ней не так? Кто меня убил, блядь? Пиздец, нахуй, вот кто меня убил. Хуевшая игра. Графон годный, но кто тебя убивает, ты не понимаешь с первого раза. Значит, он не совсем годный. Так, как это делается? Volume. Что случилось? Блять, ну что ж, эмулятор, что, блять, эмулятор, что с ним случилось? Почему, блять, тысячу раз пришлось нажать Escape, чтобы он мне менюшку показал, блять? Так, где, блять, эта настройка ебучая? Где она? Я не понимаю, где эта сраная настройка в атаке? Я не понимаю, где эта настройка, блядь? Да нет там нихуя в этом балансе. Баланс сеттинг, блядь, все, ничего не происходит. Все, все сломалось. Все сломалось. Привет, Венгер. Как можно, блядь, так сделать меню эмулятора? Просто не понимаю этого. Нет, тут этого. Да никуда она не открылась. Куда она не открылась? Она просто проебалась. Все, будем играть так. Извините, игра. Эмулятор говно. Не можешь открыть окно даже. Пульки довольно медленные. Но я пока не вижу пользы ни в каком другом оружии, кроме этого. Не злые тут, а? Жизни много, я уже
несколько раздох, а их у меня еще много и много. Да это ты, потому что тут... Когда ты, ты у нас супер везучий. Даже вот так я не выдержал. Ну ладно, какая-то унылая гитарная хуйня играет. Чёрт с ней. Бесполезно, бесполезно, бесполезно. Блять. Идорский враг. Понятно, для чего эта хуйня может быть нужна. Бесячий босс-то, а? Ладно, куда прилетели. Какой-то что-то типа джаза. Ну что, смотрим сценку? Смотрите, какой прекрасный товарищ. さまか犯人。本人？人聞きの悪いことを言わないでほしいな。これは民族闘争なのだよ。一体何のデータを把握したんだ。だ、チスタイルか。偉大なる帝王の頭脳を頂戴したのさ。もうすぐ世界は我々民族評議会のものになる。何をバカな。そんなもん俺が潰してやる。 Пизду, пизду, извините. Неинтересно. Мазон вроде прикольный поиграл, заиграл. Все, больше нет прокачки. Чем мне интересно, у меня что, щит бесконечный? О, игра залагала. Кажется, можно играть в основном этим оружием. Давайте протестим.
Это оружие нисколько не менее мощное, чем спред. Что это за малевич? Ясно. Блять, что это такое? Блять, мне перевернули управление. Ёб твою мать. Игра, так нельзя. Пиздец, блять. Управление нахуй перевернули. Да лети ты нахуй отсюда. Пиздос, блять. Перевернули управление. Охуенно. Нахер, нахер, идите. Потом посмотрим сценки. Ладно, следующую сценку посмотрим. Я утверждаю, что там будет просто пиздеж чувака в кабине с чуваком не в кабине. То есть ничего интересного. О, дважды вверх. Дважды вверх, а трижды вниз. Вдохновлялись лучшие. Пиздец, блять. Подлое говно. Далеко подлое говно. Взял вверх, полетел ни с того ни с сего. Кто ему, блять, разрешил так летать? Бокс хуйня. Дважды вверх, трижды вниз. 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 Вот эта подлая хуйня. Вы видели, да, как она полетела? Как сука последняя. Бля, ну что за... Почему всем так нравится вот всякую подлую парашу запихивать в игру? Отличная игра от меня. Прекрасная, лучшая. Ты, блядь, кто? Охуенный, блядь, лазер. Пиздос, блядь, цветочки нахуй. Маленькие. Блять.
Вот цветочки, вы охуели, блядь. Вы, блядь, охуели тут, а? Розочки ебаные. Пиздец, блядь, а не босс. Первый дуэт, насколько я помню, был простой, точно сюда одного уровня в конце. Здесь, возможно, то же самое будет. Хитбокс за меня сыграл. Та-дам. Трижды, дважды. Вверх, трижды. Вниз. Дважды вверх, трижды вниз. Что, блядь, тут происходит? И руки под столом, да? Ну да, короче. Какие-то нарк... Блин. Ты, блядь, что такое? Ёбаные психи, а не разрабы. У меня задник теперь стреляет говном. Рыбки, блядь, всякие. Ну, блин, меня опять подло чем-нибудь убьют. Вот типа такого. Щит. Ну, блядь, конечно. Для чего это все дали, чтобы отнять? А-а-а. Иди нахуй. Иди нахуй. Кыш прочь, колобок. А, это клонирование, понятно. Клонировальня. Интересно. Ой. Ой.
Непонятно, как вот. Что работает? Ладно, допустим, оно работает как-то. Непонятно как. Странная игра. Как на них убить-то, объясните. Надамажит вообще или нет? Я не понимаю. Что от меня хочет игра? Что игра от меня хочет? Игра сломалась или что? А, я понял. シド、ターゲットの正体が分かったわ。そうか。で、何者なんだ？第一次世界大戦の時と国際社会。悪の帝王と呼ばれた彼女の最高戦士。なるほど、こいつは厄介だ。危険よ。これ以上蓋を失い方がいいわ。そういうわけにはいかん。奴は世界征服をするつもりでいるんだ。 あなたに仕事を頼まなければよかった。これは運命だ。大丈夫、なんとかなるさ。それより奴はどこへ移動したの？ポイント303、防弾神殿よ。シド、死なないで。生きて帰れるように祈っていてくれ。 Игра можно пора. Спасибо. Ёб твою мать. Ну да, просто шмап. Но все-таки не клон чего-то. Это был щит, да? Thank you.
Блять, вот это точно для геев было сейчас. То есть для меня, да? Блин, ну что это за атаки? Ну что это за атаки, игра, блядь? Сначала, блин, убивают меня как хочет. Нечестно. Ну, ты ж смотришь. Значит, игра сделана правильно. Нашла свою аудиторию. Блять, ёбаный пидорас из Звёздных войн. Ну, умри, блять. Как его там? Как этого пидораса из Звездных войн зовут? Робота ходячего. Идти, да. Да блядь, ну почему? Почему такой говёный хитбокс? Пиздец, блядь, даже не успел убить того врага, а уже, блядь, сдох от другого. Ну и как я должен это проходить? Никак? Спасибо, игра. Короче, нахер эту сцену. Ну и что это такое, игра? Давай-ка ты. Ладно. Видимо, я в очень удачный момент отменил сцену. И у игры что-то сломалось. Да блять! Умри, блять. Что, блять, происходит? Странное с физикой. Очень странное с физикой на этом уровне. Как будто ты ускоряешься вместе с экраном.
Да почему, блядь, как это пролететь? Игра, объясни правила, пожалуйста. Игры в тебя, блядь, говно ты ебаное. Охуенная игра. Как эту хуйню пролететь, например? Никак? Ну как я, блядь, эту хуйню пролетать должен? Блядь, я не понимаю. Это срань. Какая срань ебаная. Держи игру, какое-то говно, в котором невозможно разобраться. Наслаждайся. Ладно, будем разбираться. Да блядь, ну что за хитбоксы нахуй? Что за хитбоксы? Ненавижу хуёвые хитбоксы в скроллерах. Просто не переношу. А здесь они хуёвые. Это было из-за того, что вот из-за этой хуйни. Ладно, что делать с этими воротами-то, блядскими? Ну не понял, это шутка какая-то или что? Что с ними делать? Игра, объясни, пожалуйста. С тобой что делать? Ничего, ладно, будем искать проход. Окей. Окей, будем искать проход. Наверное, игра хочет, чтобы я две взял скорости. Блин, ну ты когда летишь вверх или вниз со скроллингом, у тебя меняется твоя скорость. Она увеличивается, если быть более точным. И это пиздец как неудобно. Это пиздец как мешает. Ладно, допустим. 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 Просто летим и влетаем. Окей. Ничего интересного, как обычно. Это что еще? Охуенно. Медали, чем медали? Мне дали спиды, но мне их забрали. Все, как это без спидов проходить, непонятно. Это все? Ладно, допустим. ジャックアウトだも取ろうだ。邪魔だな。わしの邪魔をするのは。ついに姿を現したな。何者かに。
帝国を建設する。お前の腐った野望は俺が叩き潰してやる。貴様のような虫けらはわしの方こそ叩き潰してくれるわ。少なくともコンピュータメモリーの構造は俺の方がよく知っているんだ。お前の好きにはさせん。バカ。わしは戦略の天才なんだ。すでにこの世界。ドドドドド。次に乗るな。今すぐそこに行ってお前を分解してやる。 Мазон. Может, вы сдохнете уже? Спасибо. Конечно, нет. Конечно, жирность каждого врага нужно угадывать отдельно. Вот эти, например, будут прыгать, блядь. Пиздец, блядь, охуенно взял щит. Ну ладно, похуй. Так, вот вы жирные, вас нужно убивать. Теперь я это знаю. Тогда я это не знал. Это что за... Блядь, ну ёпт вашу мать! Ладно, похуй. О, интересно. Сейчас мы сдохнем, конечно же, на боссе. Это же Мегамен. Ахуй, блядь. Конечно, хитбокс полное говно. Кто б сомневался. А ну, блядь, полетели, пидорасы. А ну, давайте сюда. Блядь, ну как, какого лешего?
Все, больше вас тут никто не высадит. Иди-ка. Ладно. Ну вот можешь не повезти, мне кажется. Сиду, я тебя любила. Почему ты оказался голубым? Понимаешь, ты всего лишь в виртуальной реальности. А в реальной жизни все по-другому. Ок, дело. О, Адольф. Адольф, тебя же убили в 45-м. Нет, меня не убили. Я сбежал под землю и сросся с ядром земли. И вот он я. Все желающий захватить планету. Смотрите, у нас уже... Меня расстраивает, что все остальные оружия по сравнению с этим не особо нужны. Так, на Адольф.
Он бьет меня первым же нечестным выстрелом. Не убил, посмотрите. Как же так? Может так тебя стрелять будет выгоднее? Господи ты, боже мой. Ёбаная змея. Все? Не могу убить босса больше. Блять, мне не хватает. Мне не хватает корабля. Сейчас кого-то тут убивать. Ну что я сейчас могу сделать? Ничего. Нечестный босс меня убил. Кстати, бить-то, блядь. Да раз ты ебаный. Куда тебя бить-то, блядь? Куда тебя бить вообще? Непонятно. Блять, ну что за нечестный босс? Даже не понятно, кого бить, блять. Военный танк. Скорости вкачать. Блять, пауэрап-то мне дадут, да, что-нибудь? Нет? Спасибо, игра. Всегда знал, что ты охуенная. Прыгающий танк. Бластермастера. Ладно, все понятно. Теперь надо понять, что от меня хочет игра с последней формой. Ну то есть я мог пройти, но из-за того, что игра непонятная, я поссал член, да? Ну ладно. Причем тормозит же на какой-то хуйне полной.
Одно бы там. На чат посмотрел, блядь, и задох. Обидно. Тупо сдох. Поверим Салсиону, надеюсь, он на этот раз менее бесполезный свет из чата дал, чем обычно. Мне кажется, совет все-таки тупой у Цельсия получился, как обычно. В случае нижнего прогресса в битве с боссом. Может, конечно, очередная тупая шутка разрабов. Боже, в жопу нужно ему было стрелять все-таки. Цельсия, мне кажется, все-таки что-то не понял. Ну сколько мне еще этого говна убивать? Три вечности? Будет, конечно, смешно, если так. Не врубаюсь, что за босс тупой. Что же ты меня хочешь, босс? Ну это какая-то хуйня. Какой-то босс, которого, блядь, просто не понятно куда бить. Хуя, блядь, он нужен в таком виде, я не знаю. Да умри ты.
Да, сам дай сначала попробую понять, в чем это твоя проха. Ты умрешь или нет? Спасибо. Чуть не врезался ты скоростью ебаной. Блять, сложно тогда понять, куда стрелять. Эту мелкую хуйню, что ли? Блядь, чуть опять не въебался. Надо эту хуйню мелкую было взрывать мне во рту. Дантес. Скорее это какая-то гача игра с элементами шмапа. В стиме есть. Купи в стиме Гектор за 100 рублей. Поддержи хороших разработчиков. Что, блядь, тут происходит? Просто понять невозможно. Ну, знаете, какой кошак прикольный. Вектор, ты что, как богатский питается листьями? Смотрите, даже котик Гира.
Чё, всё? Какая-то музыка стрёмная. Яманак какой-то. Так, ладно. Чё бы ещё поиграть-то с этого говна? Так. Чё бы ещё поиграть? Поиграть отсюда, чё ещё? Говно. Говно. Так, я пошел пожрал немножко творожка. Кстати, там можно начать шутить на эту тему. Чё поиграть-то еще отсюда? Что-то еще было. Хотел как-то сыграть. Там есть один пазл уебищный, но в нем невозможно разобраться. Никак. Есть еще этот Шубибен Мэн и все три пида. Но в них тоже нужно разбираться. Пройти так просто. Ладно, что думать по поводу этой игры? Котировать или не котировать? В общем-то, шмап так шмап, как шмап, в общем-то. Чего-то прям значимого в нем нет.
что даже не знаю. Так, чего ж тут еще можно-то поиграть-то на этом дебильном компе? Даже не знаю. Даже не знаю. Семь, восемь. Да, семерка, я думаю. Можно поставить. Да блин, ну игры в реквестах, ты понимаешь, их которые еще нету, их только потому, что у них нужно сеть ковыряться. Я знаешь, как Blades of Engines прохожу? Я иду в варп на первом уровне. Если этого не делать, там нужно немножко потеть. Не, не хочу Blades of Engines. Короче, давайте потестим вот эту игру. Я хотел как-то потестить. Почему не потестил? Я ее тестил как-то, по-моему, на говно. Да, она говно полное, я прям помню. А еще у меня есть чуть больше 2 часов. Так, пока оно качается, 10 минут перерыв.
Я вернулся. А, оно почти докачалось. Цельси, ты же знаешь, что реквестить то, что у меня есть в списке, это такое. Редко приносящие плоды. Короче, я сейчас попробую еще один шмап для этой же платформы. По-моему, я его пробовал аж целых два раза, и по-моему, он был очень унылый. Очень унылый и нечестный. То есть ты сначала уныло летишь кучу лет. Потом, соответственно, тебя кто-то нечестно убивает, и ты опять летишь кучу лет уныло. Вот. Ну, ты же знаешь, я не люблю перепроходить то, что я проходил. Все, прошел, забыл. Вот. Blades of Vengeance в списке есть, значит, я его как-то проходил. Мне... Ну так. Игра нормальная, но мне не очень нравится ее проходить. Полностью. Там есть всякое говнецо бесячее. Как часто такие стримы были? Очень редко. Не, просто извините, как к тому, что если ты хочешь что-то на стриме зареквестить, то очень мало вероятности, что я в это пойду сейчас играть. То есть, если ты бы сейчас написал Mega Man NS, то я бы не стал в него играть. Все скачалось. Итак. Terraforming. Мне кажется, с этой игрой мы сейчас быстренько разберемся, скажем, что она плохая. Вы скажете, что я пиздюк. Ну, как видишь, я проебал много чего. Я это и не отрицал, собственно. Потому что это невозможно ничего не проебать. Сканет в одно жало. И вы уже достаточно много чего предложили, чего я проебал. Так что... Думаю, у вас еще что-то есть. Уром играл, да. Не помню, надо ли там что-либо знать. Вроде хорошая игра была. Так, ладно. Так, нет, не ладно. Так, ладно, так, не ладно, так, ладно. Ну что, поехали. Так, но предварительно, прежде чем мы поедем. Сеттинг, блядь. Здесь нихуя нет. Аудио, блядь. Volume. Balance сеттинг. Так, вот, теперь это говно вылезает. Я его сюда кину. Чтоб видно было. Все считает по 100%. Слушаем. Итак. У нас тут какие-то бросания в лицо эффектами. Полгода делали игру, полгода делали стартовую заставку. Чё, блядь, такая тихая музыка? Кошечки, заебись. Ладно. Мьюзик, ранг.
Normal, hard, normal, hard, metal, trash. Скорее всего, есть бесстыдинг. Уже не хочется это играть. Посмотрим. Это, блядь, что-то. Что, собственно, я могу тут? Чего? Я могу не стрелять, заряжать чардж. Вот в этой игре громкость нормальная. Вот, блять, вот эти геи, которые рисовали Download 2, они вообще пытались поиграть в свое говно? Послушать хотя бы, что вышло. Целься, не знаю, надо думать. Ты же знаешь. У меня к твоим реквестам отношения особое. Почему нет? Ну ладно, давайте это до после больничного периода. Если я еще вообще в принципе смогу туда лечь. Потому что с меня глаз опять пиздой порастет. Скажешь мне идти нахуй. Так, ну пока я ничего особо интересного в этой игре не вижу. Выглядит симпатично. Опции меняются и все. Мазон охуенный. Слушай, давай-ка ты не надо вот этого. То больше всего реквестов твоих пройдено. Что? Необоснованная критика. А с говном ты вроде сам не заебываешь со всяким там Юсос. Впрочем. Гланды надо вырезать нахуй. Заебали они. Бля, ну чё с глазом-то, ё-моё, почему там опять что-то болит? Вот видите, о чем я говорю? Значит, мы сейчас уныло летим 1000 лет. 1000 лет мы просто уныло летели. Ну, допустим, мне правильный дали опшн. Задик нарисован круто, босс нарисован хуёво. Не понимаю, что у босса дамажится, что не дамажится. Нет, ты просто не видел. Он стрелял вперед. Ну, графин в этой игре, конечно, супер. Ай. Ай.
Да блять, ну вот что вот это за подлое дерьмо пошло? Ну блять, ну я даже не видел. Ладно, похуй. Пиздец. Охуенные, блять, пульки. Самый лучший опшн. Ладно, хуй с ним. Опшн тоже прокачивается, значит, да. Хочу погромче музыку. В начале уровня надо было тоже внизу лететь. Ну вот что это? Что это? Что это за хуйня была? Я ничего даже не увидел. Зря графон похвалил. Что, жизнь дали? Да, тут надо было просто лететь снизу. Это надо просто знать. Ну, как минимум, это игра с еще одним, видимо, гениальным саундтреком. Ну, блять, конечно, ты должен был догадаться до этого. Конечно. Спустя 1000 лет. Проформинг. Пробел. Форминг. Так, сзади какой-то мотив он начинается. Ну видишь, ты же видел, там была сложность трасс. Может тут так же, как и в макросе на снасти. На нормале неинтересно. А на харде будет интересно. Тьфу. Ну ты понял. Интересно, но не в ту сторону. Ладно, вот опять подло завалили. С саниной всякой. Ну кто, блядь? Ну кто? Ну как это произошло? Как это произошло? Блять, ну как это произошло? А еще эта игра не прощает. Ничего не прощает игра. То есть ты должен идеально в нее играть. Блять, ты должен высматривать в этих кучах говна пульки, которые я лично хуёво очень вижу сейчас. Ну хуёво видно все. Ну, невозможно просто. Блять, ты еще и дамажишься от своего.
Ты чуть дамажишься от своего. Ну вот вся игра. Добро пожаловать. Уныло летели тысячи лет, потом нас нечестно убили. Сейчас мы будем уныло лететь еще тысячу лет. Что-то играть невозможно без прокачки. Просто тысячу лет, блядь, убивается все. Все, я не убил эту хуйню, и все, я сосу хуй. Вот это, блядь, я должен был знать, что будет именно так. Я этого не знал, все, я пососал. Вот это я должен был знать, что будет именно так. Вот это я должен был знать, что ебаная жаба, блядь. Ты умрешь или нет? Сука, она просто неубиваемая, эта жаба. Вот опять какое-то подлое говнище. Ну вот, пожалуйста, блядь. Просто подлое говнище. Тут я уже просто нихуя не понимаю, что творится. Микрофон красивый, но все хуево видно. И никто мне даже... Ладно, вот сейчас дали. А если у меня не было бы этой самонаводки, что бы я сейчас делал? Где я называл макрос плохим скроллером? Просто на... чем там? На изи в нем половины геймплея нет. А на нормале, там где есть больше геймплея, там он более нечестный. Ну что вот от меня игра хочет? Вот объясните мне. Что она от меня хочет? Я бью босса, не бью босса, кто-нибудь понимает? Я говорю, я тебе наоборот говорил, что я не буду играть. А, да, ты так и написал. Ну да, я не буду, но на изи как бы там нет такого количества интересного. Понимаешь, то есть... Весь потенциал игры там на других сложностях, а там уже и корявость есть. Но это не отменяет того факта, что игра 10 из 10. Потому что на SNES у меня нет трендинга. Кто-нибудь может объяснить, что от меня хочет игра? Кто-нибудь может объяснить, что от меня хочет игра?
Чтоб я тут жизни нафармил себе. Или у него все-таки... Ну, у него глаз там бился. Странный босс. Странный непонятный босс, который не хочет убиваться. Ну что, что, блядь, с ним делать? Вот объясните, мне, вот о чем думал разработчик этой игры? Я не понимаю, что от меня хочет игра. Кто не понимает? Музыка закончилась. Крытая механика, значит, charge. Она ничего не провела, как ты видел. Да не, дома что-то хуйня, видно же. Мигает. Вот смотри, сейчас внимательно глаз достанется. А вот сейчас нет, сейчас не дамажалось. А вот сейчас дамажилось. По нему просто хуево дамажится. Говнобосс, короче. Да, босс очень интересный. Давай же вылазь. Наконец-то. Блин, конт нечестно у меня спиздили. Пока что в этом шмаре просто годный музон и красивый графон, который при этом, при том, что красивый, еще и хуёво сделанный. То есть непонятно, где пуля, где что. Так, какой-то J-pop пошел. То есть, как и Donald 2, эту игру можно не котировать. Ничего интересного нет, просто скроллер. Так, какой-то Rake Sunbear 2. Можно, пожалуйста, тут не будет дважды вверха, трижды вниза. Все остальное, что было. В той прекрасной игре. Привет. Ну да, к сожалению, только что все остальное не особо интересно. Много нехорошее, это факт. Шарики. Интересно, что будет дальше. Шарики уже есть. Блин. Сейчас опасно в чат смотреть.
Мне бесит, когда в шмапе есть хп, но при этом толку от этого хп нет. То есть вот тут, например, ты просрешь хп и... Если не знаешь уровень, ты сдыхаешь. Мне вот такое не нравится. Я хочу, чтобы если в шмапе было хп, значит, его можно было терять. Так, ну что у нас тут? Шарики нет. Спасибо, босс. Такой честный. А, я должен. Блин, пули вот хуёво видно. Босс, можно ты улетишь куда-нибудь сюда, ко мне? Спасибо. Хотя бы так. Ну чё вот это такое? Ну почему я должен вот таким образом убивать крыло вонючее? Ну конечно. Хуй ты, блядь, улетишь от него. Иди нахуй, босс. Что ты за босс такой? Ну, блядь, ну там не видно было, ну нихуя не видно было. Нечестно. Все, иди нахуй. Спасибо. Да, кто-то их сделали. Огромное количество интересных. Потому что это сложно. Ладно. Так, можно, пожалуйста, без Рексанбера, пожалуйста, в этой игре. Начинается вот. Ну, это плохой опшен. Бестолковый. Прямо мне и так есть чем стрелять. Ой, ой, ой. Ой, ой, ой. Вот, блять, вот что это такое? Даже это, честно говоря, интересней. В смысле десяток? Ну давай перечислю тебе. Гай, конечно, гораздо больше. Скроллер как раз дохуя интересных наплодили. Нечестное говно, нечестное говно. Невозможно было по той одной жаре понять, как она работает. Наконец-то, блять, спустя весь уровень медали. А, толку, она не прокачана. Можно, пожалуйста, оружие? Охуенное, блядь. Пингвин. Можно, пожалуйста, без пингвинов? Можно оружие и не пингвина. Бля, ну вот это нечестно. Это нужно знать. Это нужно знать, блядь. Говно сраное. Ну, блядь, ну я стрелял, блядь, целым потоком, нахуй, пуль. Что за говно, блядь, а, игра?
Иди нахуй отсюда. Ну, я перечислю тебе, раз ты необразованный, блядь. Спасибо, нахуй, спасибо, блядь. Ебаная игра, блядь. Может, ты умрешь уже? Спасибо. Да, 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 да. Перечислим все. Дохуя таких. Так, враги и жопы, прекрасно. Что может быть лучше? Ну, блядь, ну говно ебаное, блядь, а не игра. Нихуя не понятно, блядь, пули не видны, блядь. Да блять, ну почему? Ну почему ты задел его? Почему ты не взял, блять, повара? Кусок кала ебаного. Зато, блять, говна всякого на заднике. Хоть жопы жуй. Блять. Сейчас погоди, мне что-то нагибает. Блять, ну что это такое? Ну, просто невозможно увидеть было даже. Что там полетело? Блять, кусок говна ебаного, не игра. Все, блять, сливается нахуй. Проебал, блядь, повара, прихуй мне, кто его даст теперь. Тысячу лет пройдет, прежде чем получишь. Вырап, можно игра? Нет, какой повырап, вы о чем? Зато вот непонятного босса очередного. Ладно, пока он нихуя не делает, да? Но мне кажется, он на максимальной сложности будет дохуя всего делать. Покататься босс решил. Прекрасно. Ну, конечно, блядь. Нахуя нормально, блядь, вести себя боссу? Нахуя нормально вести себя боссу?
Не зачем. А вот как помойка, самое то. Можно ты сдохнешь. Чего не понимаю, дамажу я босса или нет? Вот, вот как можно? Как можно от этого уклониться, на, блядь, играя вот, как я сейчас? Никак нельзя, блядь. Подыхаешь и все. Вот, блядь, пожалуйста, ну он летит как хочет. Пожалуйста, охуенный босс. Ну выбейся, блядь, ну выбейся! Хуйло ты ебаная, блядь, а не игра, нахуй! Поебей, блядь, кусок сраный. Невозможно, просто невозможно ничего сделать с этим местом. Ничего невозможно сделать. Ты в любом случае теряешь хп. Полетели, пидорасы. Надо бы купить Луиджи Мэншн 3, чтобы там играть и не помирить со скуки. Посмотрим, что это за Luigi Mansion. Можно, пожалуйста, компакт-диск с музыкой оставить, а игру выкинуть нахуй с него? Что толку в ней никакого нет. Нечестно, кусок говна. Ну вот, блять, вот, вот откуда я должен знать? Пиздос, блядь. Ну, блядь, невозможно это знать. Ну, блядь, как хочешь, так и, блядь, летает.
Умри, блядь! А почему ты не умираешь? Сраная, блядь, рыба. Так. Любой скроллер. Сейчас посчитаем. Чё? Кстати, я не уверен, что мне нужно именно это оружие, потому что самонатка довольно крутая. Вот начинается съезжание с проигранного спора. Считаем. Горизонтально в целом меньше. Проблема в этом. Так, элементы другого мумарайзингового шмапа, который транзистору предстоит играть. А он все отлынивает. Инградиус трекадный как раз неинтересный совсем. Мне кажется, если я буду сейчас с конта проходить этот уровень, я охуею тут. Видите, я даже сейчас еле-еле убиваю. Немезис на аркаде первый. Нормальная игра, отличная. Американка первого градиуса. О! Это мы тоже где-то видели. Где-то где же мы это видели, а? Второй градиус. Да? Можно пойти нахуй? Спасибо. Все. Здесь босс. Забородилось еще больше говно. Так, куча говна какого-то. Ладно, здесь мне хотя бы дают айтемы. Я моргнуть хотел. Почему? Кто меня задел? Ну кто меня задел, ребят? Вы видели, кто меня задел? Я нет. Ну, блядь, ну что за хитбоксы? Отвратительные. Пиздец, игра, блядь, спасибо тебе. Блядь, я не видел эти пули. Спасибо тебе, игра, ты такая классная. Пиздец. У тебя такие охуенные хитбоксы.
Это что за говно? Ну что это все за говно? Я не понимаю, но тут просто все кривое. То есть я не могу нормально взять пауэрап, но я могу сдохнуть от врага. Прекрасно. Восхитительно. Отличная игра. Ничего не скажешь. Восхитительно, блядь. Восхитительно, блядь. Просто супер. Как в это приятно играть, блядь, сейчас. Отвратительная игра. Просто омерзительная игра. Пиздец, просто омерзительная игра. Хорош меня стрелять, блин. Ну, блядь, эта пуля не видно! Я не... Ну, обо что я стукнулся опять? Обо что? Там ничего не было! Да говно не игра, блядь, говно не игра. Просто кусок кала. Пиздец, блядь, нахуй. Как вот это убить, просто непонятно. Да никак это не убить. Вот это никак не убить. Спасибо, игра. Спасибо, ты такая охуенная. Ладно, конт если бесконечный, то и похуй. Да по что я тут дамажился-то, блять? А, блять, чё, скорость. Блять, да просто невозможно это все убить! Да невозможно это все убить! Только так. А что толку? Та хуйня меня опять убьет. Почему я ее не убил, блядь? Ну пиздец, ну никто не играл в эту хуйню, блядь, из этих пидорасов, блядь, которые ее рисовали. Никто в нее не играл, блядь. Выпустили, сказали, жри, блядь, игрок. Как обычно, блядь.
из-за вас, блядь. Еще и оружие взять не дали. Потому что зачем нам давать? Да нет, умри, умри. Нет смысла в это играть. Никакого. Просто нечестный кусок параши. Нечестный кусок параши, вот и все. Что нужно знать про эту игру? Блять, ну я не понимаю, эту штуку вообще можно убить или нет? Да и все, и больше тут нечего делать. Все, больше тут нечего делать. Сука, это нормал, это легчайший из 5 сложностей. Это, блядь, легчайший из 5 сложностей. Просто пиздец. Такой бред ебаный. Конечно, блядь, конечно. Конечно, блядь, все нужно знать наизусть. Ну, конечно, блядь, конечно. Ну, допустим, вот я тут стою. И буду убивать его только вот в этот момент. А в этот момент буду как крыса играть. Конечно, поварап! Даже поварап ебучий! Даже ебучий поварап! Даже ебучий поварап не может нормально полететь в этой санине! Даже поварап мешает, блять! Черное говно, блядь. Порченное настроение.
Еще и стрендингом, скорее всего. Нет. Не достреливал до низу. А этот, блядь, достреливает до верха. Этот. Ну это пиздец. Это такой бред. Блядь, ну это невозможно. Ничего с этим сделать. Вы. Никто это не тестил, как обычно. Ну, конечно, взять это невозможно. Это без толку, этого не хватит. Тупая идиотская кривая игра. Вот что это из себя представляет. Фиолетовым стало. В чем смысл этого босса? Потому что он тебе будет мешать поварапами. Ну охуенно. Охуенный босс, ничего не скажешь. Дамажится вообще? Дамажится. Блять, это проблема.
Поевший босс. Поевший это босс какой, а? Все. Свидание, кусок говна. Ну что, все, пройдено. Тщательно. Агура. Ну, сейчас осталось только проверить, что тут у нас с бесстыдингом. И все, и пойду я. Ну, зон есть, интересного геймплея скорее нет. Графон красивый, но хуёвый. Такое бывает. Седмит. Как будто чувак рекламировал свои способности. Все, ничего больше не происходит. Ну и что там у нас на... Смотрим. Да не. Ничего особо не поменялось, по-моему. Может, стреляет чуть-чуть резче. Кто тут босс-то был? Из всех боссов этой игры я запомнил только одного, который снизу ползал. Да трас как трас. Не выглядит чем-то сложным. Аномазон, конечно, годный. Конечно, надо было словить пулю. Обязательно.
Еще одну надо было словить. Как же без этого? Игра не прощает пропущенных хп. Надо пялиться, играть. Да. Конечно, ты меня зажмешь. Конечно, ты меня зажмешь. В общем, ладно. Надо просто не дохнуть, как и все. Ладно, что там у нас с бесстыдником, надо посмотреть. Так, это у нас кто? Это у нас... Сиди. Так, понятно. Ну, хорошо, надо протестить трендинг. Протестим. Протестим. Stage 1 extended 1 hour. Кто, конечно, это говно не проходил на трассе. Кому, блядь, оно нужно вообще? А пазл уебищный, про который я говорил, называется Splash Lake. Ладно, все. Да никто тут не стримился на Stormriver сегодня. Все, всем пока, спасибо. На протесте и скажу, что думаю по поводу этой игры. Но если бесстыдинга нет, ну не знаю, на какой-нибудь там... Шестеро вполне заслуживает, шестеро, семеро. Как download, короче, из одной кучи говно.
Так, и на следующем стриме мне просто бежать надо, будем Цельсиону рассказывать, какие шмапы существуют. Все, ребятки, пока. Постараюсь чем-нибудь из долгов подготовить еще. До скорого.